В среду вечером в самом центре города собрались неравнодушные к судьбе бездомных собак люди. Акция «Обрети друга» была организована волонтерским движением «Потеряшки» совместно с Дворцом культуры имени Гагарина. В рамках акции прошла выставка собак, которую взяли под опеку волонтеры. Работа группы заключается в том, что мы спасаем бездомных животных с улицы, оказываем им помощь, часто серьезную медицинскую помощь, находим им временный дом и, конечно, надеемся найти постоянный. И цель этой акции – это показать наших, не всех, конечно, но некоторых питомцев, и надеемся, что сегодня они обретут хозяев, любящих, и свой новый, уютный, добрый дом. Любую собаку, которая была представлена на выставке, можно было взять при желании домой. Евгения пришла на мероприятие со своей подопечной Ксюшей. Ее подобрали на улице со сломанной лапой, вылечили и теперь готовы отдать в хорошие руки. У меня собачка, ее зовут Ксюша, ей 2 года. Она у нас стерилизована, привита со всеми документами. Ксюша у нас очень ласковая, очень позитивная собака, любит детей. Прада еще щенок, она тоже ищет дом. Наша собака Прада была найдена вместе с сестрами в подвале подъезда. Вот, наша волонтера Алена взялась за них. К счастью, ее сестры пристроены. Вот у нас осталась одна Прадочка. Возраст где-то 8-9 месяцев. Всего волонтеров движения «Потеряшки» около 200 подопечных, собаки и кошки, которых подобрали на улице. Помощь им требуется постоянно. В социальной сети ВКонтакте создана группа, в которой уже более 10 тысяч участников. В группе волонтеры размещают фотографии животных и в любое время. Каждый желающий здесь может выбрать для себя четвероногого друга. Мы будем очень рады, если даже здесь вы не найдете своих друзей. Можно зайти в ВКонтакте группу «Потеряшки» Сергиев Посад и познакомиться и с нашей работой, и с нашими питомцами. Акцию «Обрети друга» активно поддержал коллектив Дворца культуры имени Гагарина. Дети подготовили специальную программу для такого случая. Мы люди и собаки, наверное, вот это предложение «Потеряшек» мы вот восприняли как должное и с удовольствием решили помочь, ну, совместное мероприятие это провести. Ну, лично я очень люблю собак, кошек всех. В помощь бездомным собакам также была организована благотворительная ярмарка. В итоге акции свой дом обрели котенок и 2 собаки – Оля и Агат. Татьяна Сташенко, Михаил Жучков. День города.